Горячие сады Семирамиды – одно из семи чудес света. Другое имя этого сооружения – висячие сады Аметис. Именно так звали жену вавилонского царя Навуходоносора II, ради которой сады были созданы. Предположительно, располагались в древнем государстве Вавилон, возле современного города Хила. Висячие сады Семирамиды вавилонский царь Навуходоносор II, живший в 605 по 562 годы до нашей эры, приказал разбить для своей любимой жены медийской царевны. Сады размещались на широкой четырехъярусной башне. Платформы террас были сложены из каменных плит, покрытых слоем камыша и залитых асфальтом. Далее шли прокладки из двух рядов кирпичей, скрепленных гипсом, и свинцовых плит, не пропускающих воду в нижние этажи сада. Все это сложное сооружение было покрыто толстым слоем плодородной земли, который позволял высаживать здесь самые крупные деревья, кусты, лианы и другие экзотические растения. Буйная растительность во многих местах оплетала террасы, покрывая стены, и казалось, будто сады подвешены в воздухе.